Всех приветствую на своем канале. Сегодня покопать не удается. И вот хотел бы сделать такой общий обзор плат, найденных мною на копе. Была там какая-то стояночка, потому что кирпич кругом. И была аппаратура. Какая аппаратура, я не знаю. Судя вот по этим вот контактом, они, кстати, внутри посеребренные, это точно. Ну и, возможно, тут еще что-то от телека. Я толком еще не разбираюсь, но, скорее всего, просто от аппаратуры. Потому что вот тут еще кнопочка. Кнопочки какие-то. Там серебришко. Транзисторы вот, закрытые ножки там пластиком, они внутри позолоченные. Вот еще один с явной позолотой, у него язычок позолоченный. Вот еще один тоже. Видно позолотку на язычке. Очень много вот этих деталей. Они с серебром. Это я знаю. Флажки так называемые. Тоже их много. На этой платке микросхемы вижу. И вот здесь вот одна вот. Вот она, маленькая кэмочка зелененькая, не знаю. Так, потом вот еще бы хотел вот показать вот такую деталь. Может, кто разбирается. Вот она, вот эта вот деталька. И на ней N47. Такие детали, возможно, они тоже с позолоткой. Не знаю, их тоже много. Потом раскусим, посмотрим. Потом вот эта вот деталь интересует. Я надеюсь, видно маркировочку. Подскажите, кто в курсе, что это такое? Большие микросхемы. Две штучки здесь. Это мы раскусим тоже потом. На обзорах посмотрим все. И вот у меня просто есть подозрение, что вот это вот кэмочка. Потому что на ней написано, повторюсь, 47N. И вот здесь еще одна такая же. И они такие пухленькие. Ну все, на этом заканчиваю. Так как я не специалист, жду подсказок от вас. Ну, по ходу, повторюсь, будем выпускать ролики обозрением радиодеталей, их стоимостью и содержанием в них драгоценных металлов. Всем пока и всем удачи. Завтра на коп.